Итак, друзья, всем привет! Приехали вот в такое вот место мы порыбачить. Находимся мы в Огурцово, недалеко тут плотина Абгэсовская. Сегодня будем пробовать ловить леща, изя, ну и другую мирную рыбу. Так что посмотрим. Если вы смотрите это видео, я думаю, значит, все-таки что-то мы поймали. Начинаем разбирать вещи. Как видите, тут мы не одни находимся, народу немало. Подходили уже к соседям, спрашивали. Пока что, говорят, один лещ клюет. Вон уже только располагаемся, соседи тащат чего-то. В качестве прикормки сегодня буду использовать перловку с пшенкой, замешанная один к одному. Добавлен чеснок, добавлен укроп и немного растительного масла, нерафинированного, вонючего. Вот такая вот каша получилась. Отлично подходит для ловли изя, леща, ну и другой мирной рыбы. Каша должна быть вот такой вот консистенции. Я не помню, варил я ее минут, наверное, 40. Отлично набивается в кормушку, ну и лепится, как вы видите. Рыбачить буду по классике. На один крючок одену червячка, на второй пока что опарика. Ну а дальше будем экспериментировать. Есть еще кукуруза, есть сало, то есть будем смотреть, на что будет клевать. Червей опарышей насадил, донышку закинул. Ждем первой поклевки. Убрал я вот эту вот китайскую дребедень. Смотрите, что поставил. Попробуем на такой колокольчик половить. Все, друзья, вот мы втроем три донышки поставили. Вот так вот расположились. Ждем первую рыбу. Смотрите, что на берегу валяется. Как вы думаете, это кость? Или камень какой-то? Это вот не камень, это вот кость. Чья-то такая вот огромная, пористая. И вот, как вы видите, вот трещины идут. Если вы думаете, что это камень, сейчас переверну. Смотрите, скругленное как все. И вот, видите, вот они поры. Так что это кость от какого-то монстра огромного. Вот, друзья, и первая поклевка. Сейчас посмотрим, что там. Оп, сопротивляется. Да, это фанера. Подлещичек. Погодка, конечно, сегодня нас не радует. На улице градусов, наверное, 7-8. Но уже первый экземплярчик поймался. Так что уже приехали не зря. Лещ взял на опарыша. Все пересадил. Рыбачим дальше. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ну что, друзья, прошел где-то уже час. Сидим, вот как было несколько поклевок, одного подлещика поймал. Больше пока что ничего. Тишина. Я им надежду. Рыбачим дальше. Вот поклевочка. Опа. Ага, есть. Тяжело идет. Ну-ка, что там? Вот он. Вот он. Так. Друзья, по-моему, что-то там зацепилось. Зацепилось. Конечно, идет. Куда он денется? Время 4 часа вечера. Только-только начался клев. Вот он. Ух ты! Ушел, блин, а. Хороший был. Ладно, все на месте. Перекидываем обратно. Дождик пошел. Так, сегодня клюет только лещ. Ну и то слабенько.
Что-то идет. Вон я на другановскую, друган на мою. Вообще красота. Тут что-то хорошее. А, мы схлестнулись, походу. Опа. Вот это вот уже, друзья, лещ. Самый настоящий. Вот это вот уже красотулечка. Опять же на опарыша. Вот, наконец-то нормальный лещ донный попался. Видите, сразу же с него кровь идет. Потому что донный. Перепад давления. И у него кровь. Как вы видите, вон там садок. Немного там леща уже. И вот чуть-чуть вот у друга идут поклевочки. Нормально расклюнет, а потом мелкие-мелкие дрожжи. Но это лещ, как бы больше ничего сегодня здесь не ловили. Ждем следующую рыбу. Дождик пошел, друзья, вот смотрите. Погода испортилась. Ну, у нас еще до ночи осталось где-то часа полтора. Ну, не до ночи, до сумерок. Стоим еще рыбачим потихоньку. Мелкие-мелкие поклевочки. Видать, пробуют опарыши. Кстати, сегодня обратили внимание, что ни на червей, ни на кукурузу, там, ни на другие наживки ничего не клюет, только на опарыши. Вот, друган что-то зацепил. Вот он. Огромный подвесик. У другана опять клюнуло. А вот сейчас что-то идет, да? Подсак надо, нет? Идет. Я такого упустил. Сейчас с подсаком только рыбачу. Да, все, вот он, дома. Вот еще один лещ. Легко идет. Или мелочевку какую-то зацепил, пытается завести туда. Нет. Кормушка пустая, черви на месте. Сейчас проверим. Поклевочка была неплохая. Друг мой левша. Катушка неудобная. Будем тащить так. Вроде что-то сидит. Что-то сидит. Оп. Подвесик. Поймался на опарыша. В принципе, довольно-таки такой нормальный подвесик. Ну что, друзья, вот подошла к итогу нашей рыбалки сегодняшняя. То есть получается, друг у меня поймал 4 леща, я поймал штук 6, наверное. На днях у нас уже обещают снег, поэтому, наверное, увидимся на летней рыбалке в следующем году. А сейчас вас ждет зимняя рыбалка и зимний самодел. Всем пока, до новых встреч, всем спасибо.